А мягко выражаясь, подтвердить уже некому. Вот мы их собрали вас здесь для того, чтобы решить, как же нам сегодня ее поздравлять. Давайте высказываться откровенно. Можно, конечно, грубо говоря, но мягко выражайтесь. Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Лично мне. Актриса. 55 лет прослужила в театре и вспомнила не то, что вам всем бы хотелось. Ну, простите, ведь о хронологии нашего театра поведать широкому зрителю почти нет, кроме нее, мне кажется. Поговорим о причинах. Мне кажется, любовь. Любовь к театру огромна. Вот как отблагодарить за эту любовь? Не просто любовь, а, я бы даже сказал, за преданное служение театру на протяжении более половины века. Мне кажется, единственный выход – это вручить букет цветов. Не просто букет, а большой, дорогой букет цветов. Раз в 5 лет. Можно бокал шампанского предложить. Пригубить. Ну так, для эстетического разнообразия. Чтобы у остальных в зале, вот именно, даже вопросов не возникало. Мне кажется. Правда, лично я с юбиляршей не знаком. Мне кажется.